Добрый день, дорогие друзья. Пожалуйста, присоединяйтесь. Я пока ввела название нашего сегодняшнего прямого эфира. Это будет серия прямых эфиров, и мы поговорим все о веках, о зоне век. Прямые эфиры будут короткие. Если у вас будут какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Сегодняшний прямой эфир очень важный, потому что я в нем хочу разобрать очень кратко, очень легко особенности строения зоны век. И от этих особенностей будет на самом деле потом танцевать все. И подбор домашнего ухода, и какие-то процедуры, и какие-то мероприятия именно от индивидуальных особенностей зоны век. Поэтому давайте это разберем. Присоединяйтесь, если будут какие-то вопросы. Я забыла представиться. Меня зовут Анна Резник. Я врач-косметолог, дерматолог, главный врач арт-клиник из города Санкт-Петербурга. Привет, дорогие друзья! Итак, давайте. Чем же зона век характерна, чем же она отличается от зоны, других зон лица? Во-первых, кожа век очень тонкая. Кожа век очень тонкая, и зона верхних век лишена жировой прослойки подкожного жира, а зона нижних век у некоторых людей лишена подкожного жира, а у некоторых людей не лишена. Чем же это хорошо или чем же это плохо? У тех людей, у которых есть подкожный жир в зоне век, например, у меня, у них незаметна синева под глазами, у них веки выглядят более ровными, выглядят более молодыми, наверное, такими, да, но с другой стороны, такие веки больше отекают, потому что жировая ткань, она притягивает на себя воду. У тех людей, у которых нет подкожного жира в области нижних век, заметна синева под глазами, но они меньше отекают, да, зато у них темные круги под глазами. Это что касается подкожного жира. Верхнее веко лишено подкожного жира. Но сама кожа верхних век, она достаточно жирная, и поэтому тени могут скатываться, да, сама кожа может, если при чрезмерном увлажнении, может немножечко растягиваться, и уход за верхними и за нижними веками, он должен быть принципиально разный, как ни странно. Кроме кожи и подкожного жира, что какие у нас еще слои есть в области век? Это мышечный слой, повторное подключение идет, давайте подождем чуть-чуть. У нас произошло повторное включение, был сбой. Итак, кроме кожи и подкожной жировой клетчатки, в области век присутствуют мышцы. В основном это круговая мышца глаза нас интересует, которая расположена под кожей и под подкожной жировой клетчаткой. Что она делает, эта круговая мышца глаза? В нашем косметологическом аспекте она делает нам морщины. Да? Она определенная часть круговой мышцы глаза формирует гусиные лапки, это вот эти морщинки, а другая часть круговой мышцы глаза формирует валик нижнего века, это вот этот вот валик. У меня, я специально села к вам, не делая дубинотерапию, сюда в области век, чтобы нам не могли увидеть особенности строения зоны век. Как мы можем влиять на круговую мышцу глаза? Мы можем уменьшать ее эффективность работы, мы можем уменьшать ее тонус и уменьшать мимические морщины. Под круговой мышцей глаза расположены и определенные перегородки, защищающие глаз от внешнего воздействия. И уже под этими перегородками и связками располагается глаз, расположенный в жировой клетчатке. Итак, какие есть особенности домашнего ухода за кожей век? Как я уже говорила, кожа верхних век и кожа нижних век, она различается тем, что, во-первых, в зоне верхних век нет подкожного жира, кожа более тонкая, более растяжимая. В зоне нижних век подкожный жир у некоторых людей бывает, и кожа здесь чуть более плотная, чем в коже верхних век. Она чуть менее растяжимая, но она чуть более гидрофильная за счет наличия подкожного жира. Поэтому уход может быть принципиально разный. Чем он отличается? Нам нужно не растянуть кожу верхних век, для того, чтобы у нас верхние веки не опустились, и для того, чтобы кожа сохранялась в максимально хорошем тонусе. Что мы для этого будем делать? Для очищения кожи верхних век мы должны использовать максимально, как бы так сказать, средства, лишенные механического влияния на кожу. То есть нежелательно снимать тени для век, нежелательно снимать губки для ресниц средствами, которые предполагают протирание и растягивание. Если вы используете какие-то мицеллярные воды, какие-то средства для снятия макияжа, поснимайте их, пожалуйста, прикладыванием к дискам кожи, а никак не растягиванием кожи верхних век. Потому что растягивание кожи верхних век приведет к какое-то время к усиленному опущению кожи верхних век.
Второй пункт, что вы должны делать. Мы не должны наносить увлажняющие кремы на кожу верхних век. Потому как кожа верхних век, она и так богата жировыми сальными, простите, пожалуйста, железами, и кожное сало, кожный жир спокойно истекает на поверхность кожи верхних век, и через век и увлажняет и смазывает поверхность верхних век. И поэтому дополнительное увлажнение верхним веком не нужно, как ни странно. Мы увлажняющий крем, крем для век на верхние веки не наносим, потому что чрезмерное увлажнение кожи верхних век приведет к перерастяжению кожи верхних век. И иногда спрашивают, а что же делать, как же наносить крем для век на верхние веки? Под бровку вот сюда, под бровку на неподвижный участок верхнего века, но никак не неподвижный век. Сюда мы никаких кремов не наносим. Нижние веки наоборот, нижние веки можно... На нижних веках можно применять механические, что я скажу так, движения, но легкие, очень легкие. Можно проводить массаж нижних век прихлопывающими движениями к внутреннему уголочку глаза. И вот такой аккуратный массаж, он не вызовет перерастяжение кожи. Но нижние веки необходимо увлажнять, потому что кожа нижних век очень сухая, очень тонкая, подверженная как раз пересушенности, подверженная фотоспалению очень сильно. Для увлажнения кожи нижних век существует большое количество средств. Как в них разобраться, давайте с вами тоже попытаемся. Все гели и кремы для нижних век разделяются на несколько групп, по нескольким признакам. Признак первый – это гель или крем. Гель – это такая водянистая структура, да, крем – это более маслянистая структура. Когда и что мы используем? Если в области нижних век у нас присутствует подкожный жир, если человек склонен к отекам, не рекомендуется использовать маслянистые структуры, которые будут, наоборот, тянуть на кожу и усиливать отечность в зоне век. Рекомендуется использовать более легкие, более гелевые структуры с гиполивинажным эффектом. Такие средства тоже бывают. Давайте посмотрим, какие. Например, вот такой вот гель апатития. Это гель для людей с склонным к отекам, людей, у которых есть подкожный жир, да, и которым нужно не переувлажнить кожу нижних век, не перерастянуть ее, не перекормить, но при всем при этом увлажнить все-таки и оказать лимфодренажный эффект. Вот такой гель апатития будет вам служить очень хорошей службой. И все остальные гелевые средства в случаях отечности они более предпочтительны. Если вы этот тюбик с гелем остается в холодильник, то ваши гели скажут вам большое спасибо, потому как лимфодренажный эффект будет провоцировать стать холодной температурой косметического средства. Второе, да, крем, когда мы используем крем. Если кожа век более сухая, если у нас склонны к появлению мелких морщин, кремических в зоне гусиных лап, кристатических в зоне нижнего века, тогда имеет смысл предпочесть более плотную кремовую структуру и использовать кремы, допустим, обладающие ботулоподобным эффектом. Мы о ботулоподобном эффекте, ботулотоксинов поговорим в нашем следующем ролике, да, через какое-то количество дней. Но есть такие кремы, в которых содержится дексапексин, и которые уменьшают появление клинических морщин, и в зоне века он эффективен. Да? Очень эффективен в зоне века. В зоне века крем с дексапексином вполне можно использовать. Есть такие средства в линии Лидер, они уменьшают выработку появления клинических морщин. Есть также и в других косметических клиниках это средства с дексапексином. Но средства Лидер как раз против клинических морщин мне очень нравится, рекомендую вам. Это уход за веками. Очищение, как я уже упоминала, напомнила вам, в зоне верхних век избегать чрезмерного тренинга, в зоне нижних тоже избегать чрезмерного тренинга вам не нужно, если вы используете средства, жидкие средства для снятия макияжа, то не трем ресницы, аккуратненько прикладываем, аккуратненько закрываем. Если вы используете средства, которые пенятся, пеночки, гели, это тоже можно использовать для очищения век. Тогда смываем их очень аккуратно, ни в коем случае не наносим никаких абразивов, никаких пилингов на зону века, вообще максимально для микрофона. Кремы вам рассказала. Маски. Существуют маски для зоны века, эти маски на самом деле очень эффективны в таких случаях. Во-первых, когда нам нужно увлажнить зону век, существуют коллагеновые, вот такие, допустим, увлажняющие маски, они одновременно увлажняют зону век, это фирма Патике, и одновременно улучшают дренаж в зоне век, то есть избавляют от отечности. Какие еще есть маски? Есть маски, уменьшающие мимические морщинки, уменьшающие в том числе отечность зоны век.
против химических морщин не очень нравится, я не люблю, она у нас тоже есть в бандаже. Эта маска не гелевая, она такая на тканной основе, но очень приятная, как скорая помощь, но приятная абсолютно. Если зона век у нас сохнет, если есть, то усиливают химические морщинки, то имеет смысл использовать вот такие маски. Кроме этого, небольшой секрет, небольшой лайфхак. А если у вас нет таких специальных масок для зоны век, но если у вас есть наличие дома маска для сухой чувствительной кожи, вы можете ее аккуратненько нанести на нижние веки, если у вас она не вызывает аллергической реакции. Просто уменьшите время нанесения, наносите ее не на 20 минут, как указано в инструкции маски для лица, я про маску для лица сейчас говорю, а не специализированную маску для век. А нанесите ее минуточек на 10, потом обязательно смойте либо теплым ватным диском, теплым укладыванием, либо аккуратненько тепленькой наличкой. То есть маска для чувствительной кожи, если у вас остутит специальная маска для зоны век, на зону век использовать можно, но смывать даже не смывающиеся маски. А никакие абразивы, никакие скрамбленные на зоне век не применяем категорически. Защищаем зону век всегда вот только в ультрафиолета, обязательно солнечные очки, это must have. Мы, я надеюсь, скоро выйдем из комнаты, да, скоро выйдем на улицу и будем попадать под солнечные лучи. Используем маски. Маски используются либо один, либо два раза в неделю на зону век. И если вы не знаете, что делать со своим веком, лучше ничего не делать. Лучше не травмировать, лучше не использовать никаких абразивов категорически. И не массируйте, если вы не умеете это делать. По поводу самомассажа. Если вы относитесь к людям, как я, у которых существует подкожно-дрожжевая перчатка в зоне век, возможно, иногда вы притекаете, но сыпаетесь с отеками в зоне век. Что делать? Возможно, самомассаж. Вы наверняка знаете принцип этого самомассажа, но я вам его повторю. Придавливающими движениями, то есть не поглаживающими, а именно придавливающими движениями, не очень сильно, не надо давить себя со всей дури, да, очень легкими придавливающими движениями мы гоним лимфу к внутреннему дну, и оттуда она попадает в лимфатический коллект в центре лица. Что делать с верхним веком? В обратном направлении, по верхнему веку, по косточке, придавливающими движениями, аккуратными, делаем самомассаж. Делать это можно, делать это, в принципе, абсолютно безвредно, если вы не будете тянуть кожу при массаже, будете придавливать, это, в общем-то, абсолютно хорошо. Очень часто задают вопрос, не вредит ли декоративная косметика зоне век. Если это качественная декоративная косметика, если она правильно нанесена, а это база под тень, если вы используете тень, и консилер специально для зоны век, непонятно какой это консилер для лица, а специально для зоны век, то эта косметика, она не вредит. Должна быть косметика специально для век. Пудру на зоне век лучше не наносить, лучше использовать специальные консилеры. Тушь, пожалуйста, можно. Не спите, пожалуйста, в макияже категорически. Смывайте макияж, даже если вы очень сильно устали. И заботьтесь о своих глазках. А о процедурах, которые могут повлиять на отечность в зоне век, на мимические морщины, там все сложнее, чем уход, конечно. Мы с вами поговорим в следующий раз. Если у вас будут вопросы, пишите в директ, я отвечу на эти вопросы. На этом наш короткий эфир закончился. Следующий эфир тоже будет короткий, но будет намного более сложный, наверное, потому что мы поговорим об отеках, либо об имунических морщинах, я еще не решила. Запись этого прямого эфира вы найдете на нашем канале YouTube, вы найдете в нашей группе ВКонтакте ArtClinic, и вы всегда можете написать нашим администраторам и задать им вопросы, они передадут нам эти вопросы. Большое вам спасибо за то, что были со мной, хорошего вам дня, оставайтесь с нами, хорошего дня, пока!